В следующей неделе вещанин приезжает сюда бачиться. То есть надо и администрации района посмотреть, подготовить вопросы, какие там необходимы, такие насущные, которые надо решать. А самый главный вопрос, я думаю, что и вам это газификация. Вот газификация, вот вы представляете, сколько денег у нас идет по кругу, перевели на дотацию по поводу теплоэлектроэнергии. Там 1,5 миллиарда, что ли, им выдали. Я не думаю, что линии электропередач не выдерживают. А почему этим дали? Этим не дали. Минусинску дали. И вот такая составляющая идет, извините за выражение. Ну, пока... Это Красноярск, да? Ну, конечно, да, Покровка. Потому что у нас много Покровки. Ну, у нас Покровка где? Она мало Покровки. Покровка, это... Красноярск, я понял.